заключает подобное предложение, значит, есть проблемы на пути достижения мирного соглашения, на пути подписания мирного договора. Да? То есть понятно, что подписание откладывается. Какие-то паллиативные решения компромиссные, вроде пакта ненападения, Азербайджан просто отвергнет, потому что Баку заявит, что неподписание договора – это проблема армянской страны, ее позиции. Мы рады, мы готовы, как они всегда заявляют. Армянская страна скажет, что последнее заявление Алиева показывает, что Азербайджан не признает суверенитет территориальной целостности Армении, и что давайте мы начнем с того, что мы признаем границы Армении в поздних советских картах. Их интерес, собственно говоря, в том, чтобы реализовать полностью поставленные ими задачи. А это не только подписание мирного договора. Это возможность закрепления определенных территориальных приобретений. Это тема Замгезурского коридора. Баку скажет, вполне логично ответит вам, что мы не считаем нужным заниматься подменой понятий. Давайте подпишем мирный договор. И тем самым перевернем эту страницу истории. Мирный процесс забуксовал. Забуксовал. И вопрос не в том, кто является посредником, на какой площадке вести переговоры. Вопрос в содержании переговоров. Вопрос в подходах. Вопрос в смыслах. Да? То есть, условно говоря, и ключевая тема, мне кажется, первая. Баку, видимо, не готов признать Армению в ее нынешнем виде так, как Армения была изображена на поздних советских картах, да, то есть, условно говоря, под сомнение, вопрос делимитации границ остается открытым, вопрос уточнения границ остается открытым. Вполне возможно, что здесь Баку не хочет себя никак связывать, потому что, я говорю, главное, чего хочет от них Пашинян, вы знаете, что Армения занимает определенную площадь в квадратных километрах, площадь, соответствующую поздним советским картам, и поехали дальше. Мы пока слышали заявление о том, что Азербайджан признает суверенитет Армении, но в каких границах мы еще не знаем. Вторая тема – это тема транспортного коридора, безусловно, который тоже Баку пытается увязать с мирным договором. Хотя, собственно говоря, казалось бы, да, можно было бы рассматривать эти темы по отдельности, писать мирный договор, а потом уже обсуждать какие-то вопросы сотрудничества, взаимодействия, открытия границ, транспортных коридоров и так далее. Баку на это не готов. Но они реализуют свои интересы так, как они их видят.